Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру ХКР 2. Монетки, 1000 штучек. Так, команда. Воу, у нас сундук. Так, ну что, ребят, неплохо, неплохо. Ускоритель приземления, кстати. Ну, сейчас уже, наверное, поздненько всем писать привет, но тем не менее. Что это с языком, ребят? Вот. Всем привет. Вот так вот. Отправляем. Так, бесплатный сундучок. Оффлайн. Погоди, какой я оффлайн? Вы чё? Чё-то я не пойму, ребят, с какого перепуга я оффлайн? Я нифига не оффлайн. Так, новое задание, давай глянем, что у нас тут. Так, проехать 2000 метров на ККМ-ке. Я, наверное, поменяю. Сделать 6 поворотов. На танке маневры делать. Смеетесь, что ли, а? Так, ребят, я сегодня хочу получить 46 тысяч кубков. Ну что, первый снег. Меняем вид. Во. Прикольный довольно видок, друзья мои. Будем играть вот за такую девчулю. А написано, что снег идет. А снег идет, а Рэйчик рвет. Рэйчик рвет, и не он один тут такой самый умный на раллийном авто, как ты видишь. Опа. Не один умный, но зато один из... Ёк-макарёк. Ребят, смотрите, что происходит. Происходит то, что меня чувачок просто сейчас хочет обогнать. Но... Но папа, извините меня, он и есть папа. Это ж все сынки, просто сыночки. Сыночки папины дочки, скажем так. Но на самом деле радоваться рано, потому что вот этот, кстати, синий очень такой конкурент для меня, если честно. Блин, горелый. Рэй, что ты делаешь? Не тупи, пожалуйста, а. Не тупи, девчуля, не тупи. Давай, 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 есть. Так, он там с какой-то парашей едет. Он едет с ускорителем на заднем. Я думал, что он там шпарит все время на заднем колесе. А у него от этого идет, ребята, ускоряха. Вот почему. Ох, нормально. Папа рулит, друзья мои. Молодцы, все загремели там, все, кроме... Нет, я тоже загремел, конечно. Ё-просоте, давай вниз. Это кто? Кто тут на меня базарится, ё-моё? Вшивик с крылышками летит, ё-моё. Иди меняй крылышки давай. Летит он. Так, пятый день. Чё, неужели оффлайн кончил? Нет, не кончился. Друзья, напишите, у вас тоже самое или только у меня такое? Оффлайн. Оффлайн — это когда ты не в интернете, друзья мои. То есть, ну если бы я не был бы... Если бы я был бы оффлайн, я бы не мог сейчас играть бы вот здесь вот. У меня было бы написано «Ожидание игроков». Ё-пр-с-т-э, вот эти вот подлеты несчастные. Врежься. Ну ты посмотри на него, а. Так, еще и этот меня обогнал. Ну как так-то? Фух, я уже немножко в штаны наложил, понимаешь, от натуги. Я уже там замер, просто думал, ну все, сейчас будет свистуля. Но нет, благо никакой свистули не произошло. А вот это было... По-моему, чувак перевернулся и разбился. Но меня-то это не тешит нисколечко, потому что GR. Это у нас швед. Это швед, да, у нас? Ну что ты, ну, Рэйчик, ну, господи, ну зачем ты так тихонечко-то едешь? Ну, мог бы же газануть бы. Я пытаюсь, ребят, я пытаюсь, видит Бог, я пытаюсь. И... Есть! Ты видишь? Вот, смотри внимательно, как нужно. На самом деле я не ожидал, что здесь вырулю. Ну, слава богу, у нас все получилось. И я, ребята, очень рад. Я очень рад, что именно так все вышло. Слушай, у него, смотри, какая баги там, офигенно. А что у него там? Вытягивай. Вытянули. А этот шитик там едет, спорткарта. Видел? Но... По-моему, ребята, им всем до меня далеко. Ты посмотри, какое мастерство сейчас я проявил.
чувак вылетает пулей, но глотайте пыль. Глотайте пыль, потому что папочка, как всегда, на высоте. У нас, кстати, 147 тысяч. И знаешь, что мы можем сделать? Мы можем с тобой... Так, у нас на этой машине нечего прокачивать. Давай-ка глянем. К сожалению, нечего. Так, что же мы тогда... Что же мы тогда еще-то собирались? Ну, не как эмпу. Вот, спорткар. Суперкар, точнее. Блин, самое удивительное, буду ли я на нем кататься? Может быть, танк? Нет, танк, это надо с самого начала прокачивать. Спорт... Спорткар, фиг его знает. Тут по максималке. Даже не знаю, что тут прокачать-то. Может, вертушку купить, а? Или мотоцикл. Не, давай уже будем прокачивать, фиг с ним. Так, разблокировали слот для деталей. Это, конечно, все приятно, что разблокировали слот. Надо все-таки пробовать этот спорткар. Суперкар, точнее. И смотреть, как он... Я его еще и выбрал, да зачем ты? Господи, опять, ребята, я... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Нифига он. Почему так летает-то, как... Ребята, ну... Какой лофуил? Доезжай ты давай. Ребят, это... Это трэш. Слушай, ну она как бы едет хорошо. Но ты понимаешь, что у меня здесь просто нет на ней никаких рекордов. Поэтому вот мы так с тобой едем. Замечательно, если это можно сказать замечательно. Как она прыгает-то? Я теперь понимаю, почему они, друзья мои, так вот далеко проскакивают. Она просто подпрыгивает и все. А здесь же у нас... Эть, занял. Слушай, это мой первый опыт на этой машине. На суперкаре, друзья мои. Первый мой опыт. Эть, вниз. Блин, действительно, на нем можно перевернуться. Если ты чуть... И, кстати, если нажимаешь на тормоза, она очень, ребята, лихо тормозит. Ну, прям вообще. Прям так жестко притормаживает. Практически на месте. Ну, лофуил. Есть. Покатился кубарем. Да, друзья мои. Здесь мы с вами прокатились. Сундук-то дадите мне или нет? Оффлайн и все. Непонятно. Так, ребята, это моя шахта, ты понимаешь? Это моя шахта. И я хочу поехать вот на раллийном авто. Так, а тут что, одна трасса? Что-то мне напоминает это, когда у нас... Ой-ой-ой, ой. Давай-давай-давай-давай, рейчик, нормуль. Красавчик. И там только раллийные авто сзади нас шпарят. Ну, там еще, правда, одна ККМ-очка затесалась. Как я погляжу. Давай, 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 на колесики. Оп, отлично. Ну, хорошо, что перепрыгнул вот эту гадость там, которая на вагонетке. Меня навсегда нервировала. И тут мы с тобой тоже на первом месте. Приехали все-таки, красавчики. Так, ребята, еще одна гоночка. Опа. На колеса? Есть. Блин, тут надо было, не надо газовать. Рейчик, пойми, здесь не надо было тебе давить на газуречку. Вот, 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 вот. Давай, здесь не надо особо прыгать. Есть. А какие претензии будут? Ребята, у вас какие-то претензии будут ко мне? Нет? Я думаю, что у них тоже ко мне нет никаких претензий. Все по чесноку.
Все отлично, мы разруливаем. А вот глубоководная езда, ты знаешь мое отношение к ней. Не особо, я любитель, конечно, глубоких этих вод. Не любитель я этих глубоких водичек. Так. Ты посмотри, что он делает. Отцепится он от меня сегодня или нет? Сфига ли он газульку-то дал? Твою налево, ребят. У меня вот полетел на взлет, как вшивый клоп. Слов нету, слов у меня нету. Злой, как не знаю кто. Поехали вниз сюда. Вот он, труба. Тупизм. Просто тупизм. Я тебе говорил, что эта вода, это не для меня, ребят. Вода — это какой-то кал. Просто. Терпеть я ее не могу, эту воду. Ну и что вы предлагаете? Подводная лодка. Я еще и пузырь потерял свой. Тот самый с пол-литра, с пол-литражкой. Еду я вторым, как видишь. Этот где-то там. Я его увидел впереди. Свистуна этого. Эх, какой у меня? У меня, наверное, последний, ребята. Нет, второе место, я думал, последний буду. Но, как видишь, все отлично. Кубок ледника. Здесь у нас будет два этапа. Так что, друзья, лишь бы не обделаться. Прямо на месте тут. Поехали. Два этапа. Так, сейчас чувствую, будет ветерок. Самый неподходящий для меня. Ну ты серьезно, блин? Вот это, ребят, называется дебилизм первой категории. Что еще такое? Такую трассу я что-то не припоминаю, если честно, друзья. У меня горючка сейчас кончится. Блин! Все, приехали. Я удивлен даже, что я третьим как-то сюда умудрился затесаться. Что это за трасса такая, ребята, была? Я не врубился даже. В ледниках в этих застрял еще, блин, как паршивец последний. Так, ну это я помню. Давай, переворачивайся. Есть, пока они там пытаются, ребята, что-то сделать, мы с вами, скорее всего, возьмем первое место. Нифига я не вижу в этом тумане. В дурацком. Все, первое место. И первый, ребята, первый возьмем. Взяли мы эти детальки. И это у нас для багги. Что, опять кубок ледника? Ну, ребята, здесь уже будет... Подожди, там же кубок ледника был написан. Один этап, почему? Меня обманули. Спорткар, спорткар, ребята, тут. Так, есть, ребят, небольшая надежда. Ух. Солидно. Давай, запрыгивай, молодец, красавчик. Все у тебя получается, Рэй, все отлично идет. Бензинчик берешь, просто умница. Сейчас лишь бы нигде не напороться, ребят. Вот об одном прошу, лишь бы нигде не напороться. Так, вот здесь поедем понизу. Бензин взяли, шикарно. Ух. Так, сколько у нас времени-то, ребят? Пол второго ночи, ё-моё, сижу тут, дрынкаю. Есть. Молодец. Мы прошли. Но просто мне нужно взять 46 тысяч, ребят. Восхитительная диверсия. А завтра я уже хочу. Завтра у меня будет последний выходной. Завтра я хочу, ребята, взять. Тихо, помню. Ну ты помнишь, что я хочу взять? Пройти, точнее, я хочу эту. Мост рухнул, ребят, слава богу, меня он не задел.
Нифига ты, Рей, даешь, блин. Первый раз у меня так получилось, ребят. Есть. И прям на финиш упал. Великолепно. Два раза было там возможность, ребята, погибнуть, но не погибли мы. При прыжке и при том, как у нас мост начал падать. Когда у нас начал падать мост? Давай, перелетай сюда, да. Опа, на два колесика. Замечательно. Так. Нет. Ёк-макарёк. Ну ладно, фиксим, зато не разбились. Так, тут какой-то Джонатан. Мне не нравится он, ребят. Из-за прыжка. Только лишь из-за прыжка я замешкался там. Да это надо было врезаться еще. Блин, научиться так врезаться. Так, я не понял. Я бы на самом деле лучше бы понизу поехал бы. Если честно. Чего? Че она делает, блин? Ну вот, ё-мо, вообще третьим приехал. Ну, все равно первое место. У каждого своя правда, да? Сказали вы. Тут, друзья мои, воскресный чемпион. 4 этапа. Давай попробуем проехать. На чем тут проехать-то можно? Ну, на мотоцикле хочу. На танке. Давай попробуем на мотоцикле. Я хочу, ребят, попробовать на мотоцикле. Я хочу хотя бы почувствовать, что он себе представляет. И опять на него ничего не надел. Твою налево. Как он едет, ребята. Я же ничего не надел на него. Вообще никаких деталей. Должна была так лопухнуться-то. Ну, так вот он, вот пока он не прокачан, ребят, едет он, конечно, нормально. Но приехал я последним. Итак, 4 гонки я буду, да? Можно мне сдаться? Да, я хочу выйти. Это бесполезно, я там все равно проиграю. Я там все равно проиграю. Короче, взял мотоцикл, не повесил на него никакого обвеса. Да даже если бы я и повесил, все равно бы я бы там не выиграл. Поэтому мне пришлось вернуться к моей раллийной тачке. Твою ж дивизию. Просто, просто, друзья мои, как этот, как камикадзе. Все, первое место. А сколько тут гонок у нас? Три гоночки. Ну, в принципе, это, ребят, не так уж и много. Три гонки-то. Я еще, честно говоря, сегодня хотел Мир юрского периода поиграть. Но уже время позднее. Хотел еще поиграть в ПВЗГ. И хотел... Да я дофига что хотел. Ну, получится ли мне поиграть это во все? Нормально. Так, второе у нас... Второй раз первое место. Давай, может быть, попробуем третий раз занять. И все у нас будет тогда... Тип-топ. Кто там прыгает? Спортивник, да? Все, мы без крыши. Облегченный вариант теперь у нас. И главное не разбиться. Без крыши-то. Нормально. Папа сделал дела. Так, ну это мы вернулись с тобой. Опять развлечение. Да ё-моё. Только что уже катались на этих развлекухах. И опять они. Кинг. Вот ты посмотри, как он едет. Все, он там врезался, по-моему. А раз ты врезался, значит, это ты уступаешь место мне. Вот так вот. Кинг вообще на последнем месте, прикинь, был. По очкам. По очкам, друзья мои. Спидшторм. Это еще кто такой? Что еще за...
Спидшторм. Твою налево, сейчас, да, по-моему, я сейчас допрыгиваюсь, друзья. Давай, 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 давай. Нет! Ишь ты, вылетел, блин, ты посмотри на него, а? Видел? Лихач, Абормотус, блин, просто вылетел вообще. Я даже не понял, как он оттуда, откуда он сиганул. Ну вот он сиганул. Фига мы тут. Я, конечно, все понимаю, но не надо же так, так резко-то. Так, смотри, этот Кинг не отступает, ребят. Вторая позиция, но, по-моему, я все равно первый. Да, по очкам. Кубок колпака и ступицы. Это уже знакомая, друзья мои, тема. Они все с ускорителями. Большинство из них с ускорителями, ребята, были. Это что сейчас было? Чувак полетел, не справ... Он там не справился с управлением. С управлением. Ты видел, как он в воздухе переобулся? Да, ребята. Вот такое вот бывает приключение. Так, ладно, что. Кстати, это вот это вот, который Лоджи. Это он так взлетел там. А что-то тот пыхтит. Почему я так выше всех-то подлетаю? Я не пойму вот этого вот. А вот уже и финиш. Так, хорошо. Мы приехали вторым. Лоджи, блин. Чего он так стартует-то быстрее, чем я, а? Ребят. Все едут на, как нормально. Один я вот, ребят, такие вот эти вот делаю, блин. Ты посмотри, он приземляется быстро. Я же лечу в воздухе в этом, как не знаю кто. Почему так получается? Есть! Сосунок. Пещера ледяного огня. Ребята, один этап. Один этап, попробуем проехать. Да едь ты сейчас еще перевернешься, блин. Давай, 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 давай. Сейчас, оп, и ветер, да? Нет, слава богу. Не падай в лаву, твою! Сказал бы я тебе пару добреньких. Да не буду, блин. Гоу, орёт там, гоу. Ну вот куда вот эти вот разогнались, а? Чего они так летают-то, как эти? Я все могу понять. Ну, на... Тихо. По логике, вот эти вот охламоны должны были тут разбиться в мясо, просто в смятку. Но ведь нет же. Едут, как ни в чем не бывало. Фух. Да, нервная игра. А ты еще говоришь, вернись в Shadow Fight 2. Знаешь, что бы там со мной было бы? Знаешь бы, сколько ты хороших и умных слов услышал бы, которых, может быть, раньше я не знал даже. Все равно как-то у меня машина, как ни крути, ребята, она какая-то как будто как невесомая. Да врежься ты, ёпрасоты, ты достал уже, хлыщ. Да. Как он на этой спортивной какахе едет еще нормально. Ты посмотри, они летят. Ну, а я, как всегда. И никто даже не врезался, а? Ты посмотри. Что, последним, что ли, приедем, блин, получается?
Нет, вторыми. Так, и по итогу у нас получается первое место. Да, ребята, первое место. Ну что, тут осталось еще, наверное, гоночек 5 или 6. И мы с тобой возьмем эти долгожданные 46 тысяч кубков. А потом еще будет время на свободную езду. Ну, я имею в виду в следующих сериях. Нифига себе, смотри, как я оторвался. Так, давай-ка мы здесь вниз поедем. Твою налево, пока тут вниз ездил, там уже на хвосте сидит Гуимплен. Вниз поехали. Тут что, одна гонка будет, да? Скорее всего, здесь одна гонка, ребят. Ну так хорошо тогда. Тогда прекрасно, я на расслабоне буду ехать. Ну не на таком же расслабоне, чтобы мою машину раздолбать, в конце концов. Едь нормально. Едь нормально. И не дурачься. Вот и все. Да, ребят, здесь была одна лишь гонка. Хм, Кубок Федерации. Попробуем. Кубок Федерации. Ну давай, 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 давай. Как ты долго вот. Еще в кактусах какие-нибудь, да? Почти, ребят, почти в кактусах оказался. Что это, твою мать, ты вытворяешь, дурень? Ребята, это вот надо было так сфейлиться. Не допрыгнул он, понимаешь ли. У меня был такой преимущественный отрыв. Он просто не доехал. Он провалился в эту чертову болотину и все. Ну ты будешь ехать твою налево, блин. Давай, 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 родной. Ну неужели здесь первым? Так, хорошо. Так, мы там с кем-то делим первое место. Это перебор, это перебор. Ну как так-то? Ну как так, ребята? Ну... Фу ты! Дерьмо. Вот что я тебе скажу. Полнейшее. На этой бы машине бы я не свалился бы там, поверь мне. Еду я, наверное, вниз. Не один, да, я тут такой самый умный. Е! Фига там и тягач, там у нас и лихач. Тягач, лихач и рычаг там. Что так газует-то чересчур, а? Чего ты вытворяешь, Рэй, а? Выкуси банан. Охламон несчастный. Опять лихач это тут фокусирует. Куда он там полетел-то? В небеса? В поднебесную полетел? А пускай куда хочет летит. Ребят, первое место. Фу. Ну что? Сколько нам еще осталось? Слушай, ну босса здесь, походу дела, не будет. Миля в пустыне. Ну хочу, ребят, хочу я просто на супердизельке прокатиться. Ой-ой-ой-ой-ой.
Да. Хотел прокатиться. Прокатился? Прокатился, блин, на супердизельке. Хочу прокатиться на супердизельке. Прокатился, блин, на свою голову. Чего там у них? Что тут, одна трасса, что ли, не могу никак понять. Долбы. Пять за свое, блин. Что ты там прыгаешь, блин, кузнечик? Иди прыгай в туалете, блин, где-нибудь. Прыгунчик фигов. Ж бесит. Не знаю, раньше раллийный этот супердизель нормально себя вел. Че он тут херней маялся? Не знаю, ребят. Ну давай, правильно, ну давай все кактусы-то. Че уж там? Все кактусы посчитай. Ты же не все посчитал-то. Надо было все. Твою налево, блин. День сегодня тоже, блин. Черепашки-ниндзя не заснялись, не получилась серия. В России против зомби люлей получил таких, что мама не горюй. Здесь еще фейлимся. Хорошо, хотя бы в мифических легендах, ребята, у нас все отлично. Это единственный плюс. Чувак, нихера себе там перелетел. Подлёдная фигня, да? Так, трасса била. Ну, трасса била — это как раз для меня. Трасса для моей машины. Давай, Рэй. Не обделайся. Прошу тебя. Прикольно. Получилось у тебя, как всегда, хорошо. Блин, ну, друзья, тут идеально у нас вышло все. Вообще идеальненько. С таким бустом и с идеальным стартом далеко пойдем. Четко все, сейчас врежемся, блин. Слушай, откуда он так набрал скорости, а? Его в помине здесь не было, когда папа эти трассы, извини меня, строил. Строил и ездил на них. А он едет сзади под шумок. Да-да-да, я именно про синюю вот эту вон. Синее раллийное авто. Оно меня раздражает. Много времени в воздухе. Смотри, как торпеда лечу. Да. И торпеда занимает первое место. Фига себе, солдатик тут приунывший. Ну что, нагорный кубок. Еще кто-то обижается. Блин, почему ты ездишь на разных машинах? Ребята, видели? Это только я так мог. Это только я так мог. Ё-моё, ну как же так обделаться-то надо было, а? Нет, тот охламон еще не отстает от меня, ты посмотри. Что-то там барахтается. Ох ты, хорошо, они тут подзависли. Посмотри. Йоу! Есть! Чувак, успокойся, блин. Надо первое место занимать, во что бы то ни стало. Во что бы то ни стало. Не заедешь, а я заеду. Ты видел? Вот так вот. Слава богу, я приналовчился вот именно к этой ерунде. И, ребята,
Взял все-таки первое место. И еще одна гоночка на зеленом. Зеленый, что там, кубок? Нифига ты, парень. Ты не перевелись, смотри. Кто там? Сорванец? Сорваной. Опа. Опа. Опачки. Блин. Теряем скорость. Ладно, уже не важно, ребят. Все. Все. Еще гонка. Еще у нас одна гоночка, друзья. Ну, не одна, а еще две гонки будут. Что-то мне вот эту... Ой. Фига он там. Пацан, меня-то подожди. Как ты так летаешь-то, а? Сварной сорванец. Это же сварной, ребят. Вы не знали, что ли сварного? Я вот не знал, например. Да и знать, честно говоря, не хочу. Сварной там вообще непонятно, где он. А как он так все равно, ребят, первый, ну, вылетает? Что у него там такого? Я не вижу. Чтобы у него там было что-нибудь такое супер-пуперское. Вон, мы соревнуемся с этим. С хлобыстиным, ё-моё. Врежься. Да не ты врежься-то, а он, блин. Первое место все равно за нами, ребят. У нас 8 очков. У него всего лишь там 6. Ну? Кубок застойный нам еще нужно проехать, оказывается. Блин, кубок застойный, это болото, это... Кривоносые. Да. Я как самый умный, да? На всю эту ерунду. Да, ребят, я сам не ожидал. Поехал вниз, успел пробить вниз дорогу, разбить этот чертов валун. В общем, остальное ты все сам видел. Йок, макарек. Давай. Есть. Нет, не надо. Это что-то новенькое. Это было сейчас, ребята, новенькое. Это было из жанра... Из жанра, ё-моё, неидеального старта. Вот что это было. Поехали. Так, пока идеально все идет. Все, ребят. Так, и смотрим. 46 тысяч кубков, друзья мои. Как я и хотел. 46, а почему-то я не вижу, чтобы здесь где-то было. Может, тут будет 48 еще тысяч кубков, я не знаю. А это почему-то офлайн, ребят. Застава, небесная скала. Попробуем. Ёк, макарёк, совсем забыл. Да тихо ты. Лани. Да где горючий-то твою налево, блин? Все. Кончился бензинчик, друзья мои, к сожалению. Его тут даже нигде не предвидится. Нет, вот он. Едем.
теперь подобрать горючку. Нет, я хочу назад отъехать. Да не взорвись ты у меня там, смотри. Так. Вон еще горючее. Ну, у нас... Блин, ребят, я горючее продинамил. Там бензин был. Ай-яй-яй. Да я понял, что уже мне не светит здесь ничего. Слушай, а может быть светит? Вон там он есть горючее где-то. Что, прикольно? Три сундука у меня. Три сундучка, ребятушки. Вот это возьмешь горючее? Есть. Я вообще-то... Я подумал, что это небо. Амортизатор прыжков, ускоритель дым, но все равно, ребята. Отлично. Блин, офлайн. Что там за события? Так. Час 22. А, результаты у нас еще есть. Проиграли мы проиграли, друзья мои. Ну, бывает. Бывает. Не дают они мне этот кубок. Гонка. Что тут за... это я помню. Это я, ребят, помню. Такой, да? На мелкие засранки шпарит. Иди ты, автобус. Отвали от меня. Слушай, а почему я на этом событии еду на автобусе? А они едут... Точнее, я еду на ХКРке, а они едут... А-а-а, все, я понял. Я понял. То есть ты на любой трассе можешь ехать на машине, на любой, какой захочешь. В плане. Да твою... Я офигею, как он там ехал так аккуратненько? У меня не получилось ни шиша. Автобус. Фига там чувачок улетел. Где же ты, родной мой? Куда ты нас, на кого-то нас покинул? Автобусе. Ну я проехал, главное что. Все, ребят. Вот так вот. Ну что, на этом, пожалуй, сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.